Дорогие друзья, скорее достал камеру, меня застали врасплох, вы удивитесь, смотрите. Уважаемый сотрудник полиции. Камеру уберите. Вы проходите, не стойте. Я думаю, я имею право, во-первых, вас снимать. Вы пришли ко мне домой. Так, стойте, Денис Владимирович. Ну да, я Денис Владимирович. Хорошо, я майор Дронов, прибыл для составления вашего протокола. Какого протокола? Вообще, вы еще раз по какому поводу? Прежде чем начать снимать... На вас написано заявление. Ну, еще раз, от кого? Заявление. От женщины. Вы вот. Камеру уберите от женщины. Я не буду камеру убирать. Вы пришли ко мне домой. Ну, потом разберемся. Ну да, потом давайте разберемся. Хорошо. Знакома ли вам некая гражданка? Гражданка Львова Ольга Анатольевна. Без понятия, кто это. Итак. Зачитываю непосредственно заявление по вашу душу. Это мама молодого человека, Ольга Львовна Анатольевна, заявила, что... Смотрите, я вот перед вами стою, а вы перед мной сидите. У вас есть уважение ко мне? Какое уважение? Вы камеру уберите. Я и буду снимать. Почему? Моя задача составить вам, донести информацию. Я вот, смотрите, я стою, а вы сидите у меня же дома. У вас есть как-то вот вообще... Вы, может, мне еще и чай нальете, если я скажу. Послушайте меня. Ну, давайте. Денис Владимирович. Да, давайте послушаем вас. Ольга Анатольевна Львова заявила, что ее сын купил на вашем сервере админку. Ну, и дальше, ну. Админку, вы понимаете? Ну, я понимаю примерно, о чем речь, но я не знаю, кто это такая. Хорошо, ну, давайте. Сейчас разберемся. Вы у него отобрали ее, потому что он... Гриферил, наверное. Хорошо, но это вы сами с ним разберетесь. Также вы его обзывали, материли, ну и так далее. Женщина утверждает, что вы какой-то ютубер и имеете канал Седжо. Ну там, наверное, непонятно написано. Ну, это не имеет значения. Вот. Сейчас необходимо составить протокол на предмет того, что это происходило в реальной жизни. Потому что заявление написано, если вы уклоняетесь от подписания этого самого договора и составления его... Подождите, то... а вы вообще по какому поводу пришли? На вас наложен штраф в размере 150 тысяч. Сколько? 150 тысяч. 150 тысяч? Это вы где такую сумму взяли? Я с чего это должен платить? Кому? 150 тысяч за что? Я не знаю, это вы сами разбираетесь, на самом деле. Нет, вы ко мне приходите и говорите, что я должен платить штраф. Эта сумма выдвинута, вы камеру уберите. Почему я должен? Сумма я вас, я буду дальше вас выявлена. Снимать. Выявлена эта сумма Ольгой Владимировной, Анатольевной, простите. Все. Да там не важно уже. Все, будете составлять протокол. А какой, и что это, подписать протокол я должен, да? Написать, типа, составить. А с какой стороны? Не буду я ничего составлять. Вы, как бы, да, действительно... 150 тысяч. Продали. Ну, продал. Сыну, да, админ. Есть такой, есть. Потом такой. Вы у нее отобрали ее. А отобрал? На каком-то основании. Есть основания. Есть. Вот. Он нарушал правила. Вы его еще и обзывали, материли, ну и прочее. А, там так написано, да, у вас? А написано, можно посмотреть? Нельзя смотреть. Не, ну вы приходите с бумагами. Я можно... зачитываю вам заявление. Заявление от гражданки. Смотрите, там написано, что он меня материт, да? Я вот сейчас прям при вас включу видео. Я понял, видимо, о ком идет речь. Еще, как Ольга Анатольевна, да, как там? Ольга Анатольевна Львова. Львова, да, Ольга, вот знакомый. Я сейчас прям при вас включу здесь видео, да, если вам не трудно. Включать. Ну, по секундочку, сейчас. Вы отказались прибыть себе вроде? Почему отказ? Нет, почему? Подождите, подождите. Вот, ну, я так понял, что здесь мы ничего уже писать не будем. Вот, я уже, вот, смотрите. Смотрите, на, вот, смотрите. Что вы мне даете? Послушайте. Чем показываете? Во-первых, я не знаю, кто это. Возможно, это вы и материтесь. Не, а вы не слышали, что там другой голос? Какой другой? Не надо мне ничего показывать. Все, на вас наложен штраф в размере 150 тысяч рублей. Гражданка составила протокол, заявление. Сейчас мы составляем с вами протокол и выявление. Я ничего составлять не буду, бред какой-то. Ничего. Я этот ролик выложу, знаете? Я ролик этот выложу. То есть... За это вам лучше не будет за это. Вам, да. Вы кто вообще вы такой? Ну, там как сказано, я ютубер. Я снимаю ролики, понимаете, я снимаю ролики на ютубе этих школьников. Я также выложу этот ролик, как вы пришли ко мне вот так домой. Я уж не имею права вас не пускать. Короче, выкладывайте, что хотите, куда хотите. Все, честь имею. Ну, невзаимно, извините. Так, все.
Я вообще в шоке. Я 150 тысяч. Это бред полнейший. Я ничего, конечно же, не буду платить. Я ничего делать не буду. Буду сейчас, буду думать, что делать. Буду, в общем, надо подумать, надо разобраться. Вот, кажись, я понял. Я просто сейчас играл на сервере, я скорее схватил опять камеру, чтобы показать, что вот я на сервере. И мне в этот момент звонит в скайп мама чата, наверное, походу, скайп школьника. Я вот быстрее стараюсь это запечатлеть, и сейчас я буду брать трубку. Может быть, вопрос будет понятен. Алло. Алло. Да, алло. Да, да, алло, здрасте. Здравствуйте, ну что, вы там штраф заплатили? В смысле? Какой штраф? Это я ваш? Вас... Да, это наш, я вас предупреждала, что вы будете платить штраф. Это вы вызвали полицейского? Это от вас, что ли, это ерунда? Да, от нас, я предупреждала вас, будете нас снимать, вызову полицейского, будете платить штраф. Как? За... 150 тысяч. Да, будешь 150 тысяч платить. Да с какого хрена, вы что, совсем офигели, что ли? Нечего снимать и вылаживать нас. Да какого хрена? Да вы что, издеваетесь? Я не подписывал протокол, ничего я платить не буду. С какой будешь, стати? Будешь, придет еще и заплатишь все. И... Конечно, безусловно. Ты раз будешь думать, кого снимать и зачем снимать. Я не жалею, что я снимаю, потому что такие, как вы, должны быть известны людям, что вы вообще существуете, такие плохие и злые люди. Ну и такие, как ты, будут известны, что будут платить. Я один хер не верну, никакую привилегию вашему сыну, ничего я не верну. Вернешь и деньги, и привилегии, все вернешь. Конечно, безусловно. Я в суде буду оспаривать, я не буду ничего платить. Вы не добьетесь от меня этих денег. Там бред полный. Добьемся, еще как добьемся, у нас все есть. Да, дашь все нам. Полицейский ни хера не объяснял, я ничего не буду ничего делать. Ну ничего, придет тебе протокол, придет тебе судебная повестка и все, ты заплатишь. Да. У меня есть куча роликов, где вы не правы. Твои проблемы, у нас тоже есть куча роликов, которые ты снимаешь и вылаживаешь, бабки получаешь. Понятно за что. Чем там занимаешься. Пускай разберутся, ты заплатишь штраф. Ага. Конечно, могу даже 300 заплатить. Не знаю, не понял, с кем связался. Все, пока. Не бойся. Давай, дебил. Ага. О, сбросил. Не, я их сейчас в черный список кинул. Все. Больше я от них звонков вообще не получу. Бред вообще. Ну бред. Какое заявление? Бред вообще. Бредятина. Полицейский вообще ничего не объяснял. Да ладно, вообще бред. Короче, ребята, ставьте лайки, поддерживайте меня. Я буду это оспаривать, я пойду объяснять, я ролик буду показывать. Я буду сам заявление писать. Что за бред вообще? Че этот полицейский приходил? Че он ничего не объяснил? Что-то там зачитал ересь какую-то. Все, алло, я ничего не буду делать. Никакие штрафы платить. За что? Бред какой-то. В общем, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь. Да вы уже подписаны. Короче, я не понимаю, то как меня вычислили. Может меня по IP же моему вычислили, может он был привилегией, короче, с помощью команды SIN, так как он владелец сервера, может он меня и вычислил, я не знаю. Так-то получается, меня любой может выйти, ну как бы да. В общем, дорогие друзья, становитесь владельцем сервера, снимайте антигрифер шоу, также ловите вот таких вот уродов, не побоюсь сказать этого слова, ловите их, баньте их, гриферите их, снимайте их на видео. Поэтому становитесь владельцем сервера, и у вас будут все эти команды, потому что меньше таких уродов, больше счастливых людей. Я прямо сейчас буду этим заниматься, я прямо сейчас пойду в полицию, вот он, этот ролик, вот, смотрите, вот я держу телефон в руках, грифера просит полицию удалить мое видео. Это вот этот ролик, вот, я его и полицейскому показывал, ссылочки он тоже в описании, посмотрите, как это все начинается. Вот сейчас именно с этим роликом я и пойду туда, и что-нибудь поснимаю, если мне, конечно, дадут. Все, бред какой-то, я пошел. Пожелайте удачи.